Всем привет, ребята! Сегодня поиграем в Туалет Комбат. Я получил Деквамена. Сегодня мы его затестируем. Да, давайте сейчас зайдем в фарм из шкибидишек и проверим. Кстати, тут вышла недавно обнова, где добавили улучшение графики. Первая способка. Кстати, у него радиус большой. Так, что у него второе делает? Прикольно. Давайте еще раз. Новая ульта. Угу. На нафиг. На нафиг. Следующий. На нафиг. Летел. На нафиг. 20 дней жизни было. Вроде бы. На нафиг. И бум. Все. Прикольно, конечно. Но что-то слабоватенько. Кстати, баг тут есть, и магазин, и проблемы с магазином. У меня магазина нет. Чисто. Чисто магазина нет. А где магазин, я не знаю, если честно. Его нету. Так, мне камерамен не нужен, мне нужен тыквамен. Кстати, покажу прикольчик. Вам, наверное, он вам понравится. Смотрите. Хотите выиграть его? Все легко. Легчайшее. Встаете сюда. И смотрите. Вот так ультуете. Ой, не так. Хотя вот так можно. А, я понял, ребята. Короче, смотрите. На таком это не работает. Проверили, окей. Смотрите, ребята, если у вас есть камера-паук, берете его. Если вы хотите, чтобы вам было очень легко победить булаву, то смотрите, вот так делаете. Потом идете сюда. Ударили, пофиг. И вот так встаем. И дамажим его. Смотрите. Сейчас, когда он будет стрелять... Смотрите, пуля до нас не долетает. Вот так вот. Ну, тыквамен имба. Имбо, конечно. Но хотелось бы немного получше. Ладно, ребята, вот такой мой ролик получился. Коротенький, зато интересный. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока.